Совершать настоящее чудо день за днем. Компания «Дау Изолан» за свой 10-летний опыт работы с уверенностью может этим гордиться. Совместное предприятие лидера мировой химической индустрии компания «Дау Кемикал» и НПП «Изолан», ведущего российского производителя полиуретановых систем, удерживает первенство на рынке не только в России, но и в странах СНГ. Сегодня «Дау Изолан» располагает крупнейшим заводом в Европе по производству полиуретановых систем и инновационным научным центром. Эта компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Владимирской области. По итогам 2015 года она стала первой по сумме уплаченных налогов среди предприятий города Владимира. Безусловно, очень важно, что такие предприятия, в том числе с иностранными инвестициями, сегодня работают в нашем регионе. Мы сказали огромное спасибо руководству компании «Дау», которая приняла решение 10 лет тому назад о размещении производства именно у нас в Владимирской области, потому что рассматривались другие регионы, в том числе Москва и Московская область. Вот принято было решение именно Владимирской области. Сегодня они очень рады, что компания работает у нас, компания очень активно развивается, у нас очень хорошие взаимоотношения с руководством предприятия. И, конечно, очень важно, что сегодня эти налоги платятся в том числе и в областной бюджет, потому что это и ведь заработные платы врачей, и заработные платы учителей, и пособия тем, кто малоимущим слоям нашего населения. Очень важно, что у предприятия есть будущее. В начале сентября компания «Дау Изолан» отметила 10-летие успешного ведения бизнеса в России, и за эти 10 лет уже выросло новое поколение сотрудников. Сегодня на предприятии трудится более 160 человек. Строительство завода на территории Владимира для нас это небольшое, маленькое чудо было, потому что тут совпало несколько очень важных факторов. То есть, в первую очередь, это определенные исторические условия и желание обоих партнеров развивать бизнес в России, инвестировать в развитие производства. Второе – это поддержка со стороны нашего партнера компании «Дау», его руководства и сильной проектной команды, которая работает. Третье – это синергия двух компаний, которая позволила объединить ведущие позиции компании «Дау» на рынке сырья и технологий и с опытом работы «Изолана», лидирующей позиции компании «Изолан» на российском рынке. Все это позволило компании «Дау Изолан» стать лидером по производству полиуретановых систем в России. И, как говорится, последнее, но самое, может быть, одно из самых важных – это поддержка со стороны городской и областной администрации этого проекта. И это явилось решающим условием при выборе места для строительства площадки для нового завода, который является уникальным, как уже было отмечено, современным и одним из самых, как говорится, передовых не только в России, но и в Европе. В тесном сотрудничестве с «Дау Кемикал» компания «Дау Изолан» работает практически со всей периодической таблицей Менделеева. Руководство полиуретанового бизнеса «Дау» в связи с этим отмечает, что в самой таблице сейчас нет самого важного элемента, так называемого «human element» – человеческого элемента. Ведь со слов представителя «Дау», именно благодаря людям, благодаря сотрудникам своего предприятия «Дау Изолан» смогло достичь таких высоких результатов. Также компания «Дау Изолан» ведет активную социальную деятельность в 33-м регионе. Оказывает всестороннюю поддержку учащимся средней школы номер 28 города Владимира, помогает в восстановлении Свято-Успенского Княгинина монастыря и, открывая новые возможности для детей с ограниченными способностями, помогает воспитанникам Лухтановской школы-интерната. Так, сегодня «Дау Изолан» содействует строительству поля для мини-футбола в Лухтаново. Такая компания, как наша, она осознает, что она должна нести социальную нагрузку, но это для нас не обязанность, а это как бы наше как бы желание быть полезным и видимым нашему региону. То есть, когда у тебя есть возможность помочь людям, то ты должен это делать обязательно. То есть, это принцип нашей работы. Сегодня «Дау Изолан» поставляет свыше 350 видов продукции более 1000 заказчикам по всей России и в страны ближнего зарубежья. Среди областей применения продукции этого предприятия – строительство, автомобилестроение, производство холодильного оборудования и мебели. Вот уже более 10 лет специалисты «Дау Изолан» открывают новые возможности использования полиуретанов в нашей повседневной жизни, применяя новейшие технологии, делая наш мир удобнее, комфортнее и безопаснее.